I love my baby. Ладно, кстати, да. Короче, поздравляю тебя с прошедшим твоим днем рождения. Три мальчика. Я не очень красиво поздравлять, в принципе, не говорить, но не суть. Я думаю, суть моих слов ты поймешь. Ты меня знаешь, как никто из наших самых близких, точнее, моих друзей, твоих лучше. Вот, поэтому, кстати, с днем рождения прошедшего. Я безумно рада и готова с тем, что я дружу с тобой, что ты дружишь со мной, и ты теперь с нами, то есть с нашей, с Максом семьей. Ты очень добрый человек, очень открытый человек. Таких людей сейчас безумно мало. Я думаю, как раз ты понимаешь. Но даже если нет, то я тебе поговорю. Таких людей очень мало, правда. Я прям хотела поклонить. Ну, короче, да, сказать огромное спасибо твоим родителям. Было бы прекрасно, если когда-нибудь я бы с ними лично, я их с ним познакомилась. Очень хочется с этими людьми познакомиться, их узнать. Сказать им спасибо за тебя, потому что ты очень светлый человек, правда. Мы тебя очень любим, искренне. Спасибо. Будем со твоими друзьями, знаю, что мы всегда рядом. Ура! 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 Я почти прослезилась, Наташа. Baby, you don't have your own? А ты чего не пьешь-то? Ваня, хватит. И Максим, налей Ване прям вообще вот мизинчик. Какая половинка меньше? Когда не было, когда приехали в Москву. А что так думаешь? Давай не умеем. Давайте еще раз узнаем. Да нет, нормально, не надо. Тут сейчас как раз комфортная температура в комнате стала. Это будет последний приглашение. А ну-ка, скажи. Хорошая. Нет, все равно не поймем. Спасибо большое, ему тоже. А, кстати, Сань, блин, извини, когда посмотрел, я же запомнил. Занос, yes. Все, видимо. Да. Вот там тоже попало в камеру. Попала эта штука, да. Сразу понятно, уже даже с полиции нормально не попало. Все, где ты папа? Горит. Какая щетка? Ты писал. А умная. Покажи. Это тебе надо было под майком делать. А ты лежал. Марина, Ира, Женя, Наташа, да? Какая боль? А ты что не умеешь? Какая боль? Я боль. Марина, ты что? А? 46. Марина. Так. Дальше. Ой, блин. Каждый. Ты, ребят, сейчас тихо. Я вот так вот, я вот так вот.
ну чисто теоретически мы все друг напротив. Я напротив Жени, напротив тебя, напротив Марины. Я напротив Макса, я напротив четверых. Нет, я напротив сейчас вообще такого всего района вот этой части коммунарки. Нет, ну вот так, мы с тобой напротив стоим или вместе? Я, Саша, все как-то... Марина, я его напротив. Женя вообще, по идее, сидит сама. Да я знаю, что она должна сидеть. Сидеть вместе, ребята. Без разницы, могу и сама разобраться, не сразу делать. Чего ты? Ребята, мы не пьем, просто обвинимся, просто обвинялись. Да, мы чего? Слушай, я напротив. Что ж ты с ним не поменялся? Ты позорница, давай меняйся. Ты с кем менялась, с кем не должна делать? Ты напротив Наташи вообще. Там поменяйтесь обратно. С кем менялся, с кем не меняйся. На, держи. Держи. Чего? Фамилия! Фамилия! Все, руку! Руку брали из жопы, Амар вдруг читает. Да. Все, можно оставить. Амар, читай свое задание. О май гад. Несите по буквам, по виду человека. Подождите, Женя, ты пользу. Нет, все, можно. Слева от вас. А что надо сделать? Произнести по буквам фамилию человека слева от тебя. Женя, я твою тоже не знаю, как бы. В этом плане, господа, повезло мне. А тебе больше, понимаешь? Я не знаю, что я не знаю. Тихо, не тяните, по буквам. Не кавказская, по буквам.